Друзья, сегодня на ужин у меня жарю свои котлетки. У меня фарш свининка. Сейчас с двух сторон до вот такого румяного цвета обжарю, потом накрою крышечкой. Они получаются сочные, пышные, очень вкусные. Я яйцо в котлетки, повторяю, не добавляю. У меня есть рецепт, я проговариваю его уже в профиле. И картошку не добавляю. Поэтому они у меня такие нежные получаются. И ничего не рассыпаются. Посмотрите. Очень вкусные нежные котлетки. С двух сторон вот так вот я прожарила их. Не пережариваю. Они прекрасно внутри прожариваются. Сочные, вкусные. На разрезе вам покажу. Накрываю крышечкой. Еще немножечко доведу до кондиции. И достаю их в следующую партию. Буду жарить. Всем приятного аппетита, готовки, это очень вкусно. Пока-пока, до новых встреч!